Друзья дорогие, я вас приветствую. Доброе утро вам. Это чудесное утро. Я встретил в Лос-Анджелесе. Стою на тракстапе Петра, одном замечательном. И наблюдал сегодня восход солнца прекрасный, удивительный. Сейчас, через некоторое время, я уже буду ехать на выгрузку. У меня appointment, тут недалеко компания, майла 3-4, где буду выгружаться и ехать за следующим грузом. Слава Богу, нашли мне груз. А вчера вечером я подъезжал к Лос-Анджелесу, остановился для заправки, и вот увидел такую прекрасную картину. Потрясающая картина захода солнца, заката. Меня эта картина очень впечатлила. Прекрасное небо, просто потрясающие краски. И я вспомнил Псалом один в Библии, где вот такие слова есть. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, где оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до краев их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны, а не вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит прегрешности свои? От тайных моих очисть меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.